Всем привет! Сегодня я покажу способ обмотки ушей. Мне этот способ очень помог, когда мы поняли, что у Тайры очень преют ушки под обычным медицинским пластырем. Чтобы обмотать уши, нам понадобится обычный медицинский пластырь и ветеринарный бинт. Он выглядит вот так. Изначально он, как заявляет производитель, идет для лошадей. Для удобства использования мы разрезали его на несколько вот таких вот частей, примерно, ну, сантиметра 3 шириной. Итак, для того, чтобы обмотать уши этим способом, нам необходим медицинский пластырь. Он нужен для фиксации нижней части уха. Обматываем следующим способом. Фиксируем пластырь на внутренней части уха. Само ухо вытягиваем максимально вверх, перпендикулярно лбу. И начинаем обматывать в сторону колбу. При этом на первом же витке поворачиваем ухо назад. То есть должен получиться вот такой вот хвостик. Вот так вот он держится. При этом я оставляю свободный край пластыря. Он необходим для того, чтобы более надежно зафиксировать ветеринарный бинт. Чем хорош ветеринарный бинт, он не имеет клеевой основы, а потому так сильно не раздражает ухо, по крайней мере, именно нашей собаки. На свободный край пластыря я клею бинт и делаю две достаточно тугих обмотки. Степень определяйте сами, потому что если перемотать слишком сильно, собаке будет неудобно, и она попытается снять всю обмотку. Далее я двигаюсь по спирали по направлению вверх, уже не стягивая сильно ухо, чтобы не доставлять собаке лишний дискомфорт. Как видите, бинт сам прекрасно фиксируется на предыдущие слои. И просто отрезаем, а конец фиксируем. Вот такое ушко получается. Оно стоит само, без каких-либо палочек, тампонов. Такой способ не требует перемычки.